В этом году профсоюзному движению исполнилось 95 лет. В рамках юбилейных мероприятий и продвижения молодежной политики профсоюз «Профалмаз» организовал необычный вечер для своих активистов, на котором побывали и наши коллеги. Необычный вторник профсоюз «Профалмаз» подарил молодежи города Мирного. Весь год ребята принимали активное участие в общественной профсоюзной жизни. В качестве поощрения для них был организован вечер в стиле Comedy Club, где выступили звезды клуба «Веселых и находчивых» Иван Пышненко и Дмитрий Кожома. Сегодня вообще все было прекрасно. И особенно хорошо, что пригласили КВНчиков из Москвы. Ну, я думаю, что, ну, вот лично я с Айдыном из моей команды, мы для себя учли, что можно сделать, чтобы лучше выглядеть на сцене и уносить, там, например, образы с собой. Вместе с гостями в программе выступали и наши земляки, финалисты КВН и те, кто добрался до полуфинала открытой алмазной лиги. Стендапер из Арылаха, команды «Проектная мощность», сборная «Политеха» и «Йота Ватаматофон». Вечер юмора, шуток, позитива и неформальное общение. Этот вторник ребята запомнят надолго. Елизавета Кочетова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».